Продолжим тему с нашей гостью. Сегодня в студию мы пригласили Марию Гаевскую, руководителя управляющей компании в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Мария, добрый день. Здравствуйте. Ну, выезд этот без преувеличения, очень долгожданный. Вот как удалось добиться? Ну, мы не добивались, наверное, не выезда самого из ЖК «Зеленые аллеи», да? Мы добивались сокращения срока строительства. Это важно. Мы с жителями обращались многократно в администрацию нашего округа, ходили к главе Валерию Венцелю. Срок перенесся с весны 2020 года на 1 декабря 2019 года. Собственно, на сегодняшний момент он уже строится. Я знаю, что в «Зеленых аллеях» много активных жителей, вот их силами, конечно. Чего удалось добиться? Конечно, и этот выезд в том числе их заслуга. Наша заслуга вместе, совместная. Жители как отдельно, так и совместно со мной постоянно обращаемся в адрес администрации, в адрес застройщика. Это общая работа нас всех. На сегодняшний момент проделана работа порядка 4 лет. Да, мы вместе уже с жителями. Что мы сделали? Это организация субботников, начнем с самой первой, наверное, что мы сделали в «Зеленых аллеях». Мы посмотрели, вышли за пределы наших домов, посмотрели вокруг, стали организовывать субботники. Была организована народная тропа. Мы все вместе ее строили, вместе с жителями, вместе с подрядчиками. Народная тропа. Сегодня это уже такой законченный объект благоустройства. Выход из ЖК «Зеленые аллеи» в старый город. Вот. Очень большая работа по застройщикам у нас, благодаря активным жителям в том числе. Мы ведем претензионную работу. И, конечно, один в поле не воин вместе с жителями. Мы и администрации доказываем, что необходимо обратить на нас внимание, что пора уже... чтобы администрация работала и с застройщиками, и с жителями. Приближается Новый год, все мы планируем. Что ждет жителей «Зеленых аллей» в 2020-м? Конечно же, если мы говорим про непосредственно наш ЖК, нас ждет сдача новых корпусов, новые жители. Нас ждет сдача нового детского сада во второй очереди строительства. Нас ждет долгожданное начало строительства школы. Нас ждет в декабре 2020 года сдача дороги, трасса на М4, второй выезд из «Зеленых аллей». Нас ждет организация благоустройства пруда, прилегающего к «Зеленым аллеям». Ну, это такой, наверное, из главного, таких масштабных вопросов. Конечно, есть много мелких вопросов. Ну, год, я смотрю, такой активный запланирован, 2020. Да, работы будет много. Успехов, чтобы все осуществилось. У нас в студии была Мария Гаевская, руководитель управляющей компании в жилом комплексе «Зеленые аллеи».